Друзья, ну и наш зритель Ярослав Тихонов, дополнение к нашему предыдущему видео, добавил, о чем Максим Зеленский как раз спросил, типа, как в винде сделать, чтобы в контекстном меню появилась возможность редактирования при помощи комодлета. Берем, открываем папку в проводнике, AppData Windows Send To, берем, открываем... Открыли. Вот у меня здесь уже есть файлик, этот VBS. Давайте я новый создам на всякий случай. Shift F4. Enter the name to edit. Обзову это. Edit datamashup.vbs. Создается файлик, прописываем в него demobject nothing, в общем, копируем то, что здесь было, сохраняем, вставляем, находим Excel folder и здесь правой кнопочкой щелкаю на файлике, здесь выбираю open with send to и вот нахожу edit data mashup. Запускается окошко PowerShell и открывается наш файлик в формате M. Ярослав, спасибо огромное за труд. Ждем новых дополнений. Круто работает. Ну, к слову, у нас это уже... Это был первый метод, как мы можем редактировать код Power Query из XLSX файликов в VS Code. Второй вариант у нас в видео через два урока был с Александром Малановым, но я вижу то, что могут быть полезны оба варианта в разное время в жизни. Поэтому, друзья, кому интересно, используйте. Ярославу еще раз спасибо.